Всем привет, в Москве 0.24, 16 сентября, суббота. Начинаем брейк 9 блока, 8 пока собрать не удалось, поэтому скрывать будем 9. Номер этого блока 25.61. Традиционно желаю всем удачи. И приступаем. Первый пакет, первая карта этого брейка достается коллекционеру волосатый. И это автограф Владислав Волновенко, тираж 20 экземпляров, из команды Тайфун, участник матча звезд НХЛ. Пакет номер 2, коллекционер Крокса, 11.33. Борис Михайлов, под серией «Легенды хоккея». Коллекционер Саланы, пакет номер 3. Крис Ли, Никита Зайцев. Двойная базовая карта, тиражом 25 экземпляров. Количество пакетов я не посчитал, но вроде все нормально. Пакет номер 4 достается организатору брейка. И здесь Оскар Россела, пятый номер за 18. Красивый кусок чемпионской нашивки с праздничной майки Магнитогорского Металлурга. Далее три пакета подряд коллекционеру Дмитрий Ше. Первый из них — Алексей Потапов, Торпедо Нижний Новгород. Тираж 50 экземпляров. Пакет номер 6. Тому же коллекционеру достается базовая карта Фрэнкса Разглса, рижанина, участника матча звезд МХЛ. И седьмой пакет. А вот здесь клюшка. Денис Осипов, тираж 20 экземпляров. Красивый фрагмент клюшки, Металлург Магнитогорск. И пакет номер 8, последний, в левой стопке, коллекционеру Санчер. Достается базовая карта спартаковца Мэтью Гилрея, тираж 50. Переходим ко второй стопке, пакет номер 9. И организатору брейка достается автограф Кирилла Капризова, первый номер из 10. Еще бы Кирилл попал бы в наклейку при выставлении автографа, но это, наверное, уже сверхзадача. Пакет номер 10, коллекционер Кротта, 11.33. И здесь у нас шикарный кусок. Четвертый номер из 4. Нашивка на чемпионской форме с логотипом финала Кубка Гагарина, насколько я понимаю. Алексей Кайгородов. Отличная карта. Коллекционер Фесты, пакет номер 11. И здесь отличная карта. Логотип клуба Sky. Это Вячеслав Воинов. Второй номер из 20. Красивые карты выпадают в этом блоке. Дакс 8, пакет номер 12. Юбилейная карта Салавата Юлаева, посвященная 55-летию клуба. Снова коллекционер Фест. Еще одна отличная карта, на этот раз джерси Игоря Жиганова, ЦСКА. Коллекционер Павел Егоров, пакет номер 14. Алевтина Штарева, клуб Торнадо, первый номер из 25. Коллекционер Звузда и пакет номер 15, в котором Сергей Федоров, под серией «Легенды хоккея». И, наконец, последний 16-й пакет, коллекционер «Дакс 8» и «Чедрау», базовая карта клуба «Куньлунь Ред Стар». На этом заканчиваем вскрытие 9-го блока. Следующий, надеюсь, будет блок номер 8. Таки соберется, и номер этого блока 2607. На всякий случай номер 10 блока 2075. Спасибо за участие. До встречи в следующих брейках.